мужчины на магах. Дайте инту, пожалуйста. Второй фазе. Так да. Давайте я начну вообще вторую фазу. Все это у меня фрост резист. Ой, что я нажал этот? Да тут у медвежки только. Пускай тренируется. Пуля, пуля, Мишка, я зря что дал. Просто на уголок встань и жди. Сейчас она прилетит. Хотите. Только могу это, пока прыгать. Она не сядет, пока не остановится, не дергайся никуда, чтобы она стояла красиво. Все, разворачивай. Там у кого проблема с отбеганием РДД, встаньте в звездочку поближе. И за освобожденкой следите сами, я анонсить это не буду, каждый за своими дебафами сам. Милики тоже. До последней фазы стаков 10 можете держать, если знаете, что не сдохнете. На последней фазе не больше 5. Беги, малышка, беги! Это ГП? Наверх? Наверх, 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 парни. И все, 5 меточек внизу. Если не вы это, не успеваете как-то, просто вперед выбежали. Если не получается. Если не можете прятаться и бить глыбы одновременно, просто прячьтесь. Там за вас подобьют, все это все сделают. Все будет хорошо. Смотрите на пол внимательно. Глыбы там сотки, ну где-то до соточки опустите. Плюс-минус. И нормально будет. Крайнюю правую подбейте, еще больше подбейте. Крайнюю правую. Крайнюю левую тоже чуть-чуть. Мишка, ты уже стоишь, все, красавчик. Все, разбили, разбились. Пока эта глыба хоть одна стоит, босса никто не трогает. Четенько. И это, по эми, короче, Мишка, твоя задача будет анимацию болта прочекать так, чтобы она только ударяется, только-только прошел урон, ты сразу выбежал и побежал. Потому что вот так, как в обычке, ты типа выходить и встречать последний болт там не сможешь. Поднимать будем? Да я не знаю, давай, наверное, Вархеля подними, пожалуйста, Войт. Можно на взлетке еще Синтека заставить, он танчит, можно на взлетке его заставить, рогу поднять. Ну, тоже можно, да, давай это так и сделаем. Что я не понимаю, почему рога умер, он же удар по почкам юзает. Как так погиб-то? Там ребаф по холипалу обязательно. Обязательно ребаф по холипалу. Еще есть такой хороший момент, Друлька. Ты когда ХМ танчить будешь 25, на лестницу писали, этот, на последней фазе, когда уже агро будет до жопы, ну то есть тебя точно никто не сорвет, и если у тебя стаки обморожения, типа ты тоже стопаешь по боссу, вынесли. Только не толпой, только не толпой, все хорошо. Ты стопаешь, ну эскейпишься по боссу, скидываешь стаки обморожения, чтобы получать меньше урон, и живешь. И этот, подними дегрессия, или рогу подними со второго пати. Дисгаранец, в общем, я пытался. Все, по склепам попроще, попроще сейчас, еще последний болт. Что-то синдром оглеет. Не перебеги. Все, разбили. Разбили, все. Менять после второй глыбы его? Да нет, сразу. Ну типа, ну давай после второй, давай. Он, в принципе, жирный, простоит. Сначала после второй, а потом по КД. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Сейчас начнется фаза, первая метка убегает в печенюшку. И это, метка выбегает в печенюшку, в любом случае, стоит там кто-то дрочит, пора этот, ну, прям посторонний, либо не стоит дрочит. Это их проблема, они будут лутать ГП, поэтому метки строго. РДД всегда по боссу, дельхера в печеньку, печенька слева находится, прист, слева печенька находится, хорошо. Гимна ману? Нет. Это, гимна ХП дайте, второй прист, который не замерз. Дай гимн на ХП, пожалуйста. Уже, уже, уже.
Хорошо. Отлично. Звездочку выбегай. От звездочки все отошли. Никто не стоит звездочки. Никто не стоит. Понял? Следующая метка. Да, жопа будет сейчас. Подошли к боссу. Ближе к боссу. Все подошли. Ближе, 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 ближе. Подходим, подходим. Мишка, я забрал. Иди скидывай. Все, убежали от босса. Убежали. Убежали от босса. Ой, дай нам сокру упал. А не, ложимся. Это ГГ вообще. Ой, этот, смотри, маг, ты когда выносишь, у тебя есть щиток такой, защита от льда, заслон, или как он там называется, я хер знает. Типа это прям спасет тебе жопку твою. А, делал, и ты все равно сдох. Я, короче, не хочу там, ну, вас там беспокоить. Могу вас беспокоить. Ну, давайте немножко математики. Хуй знает, вы можете, конечно, по своей, по арабской математике там считать, но я все равно вам расскажу такой пример. Вот стак увеличивает входящий магический урон на 20%. 5 стаков это уже на 100%. Глыба, когда прилетает человека, дамажит его на 15 тысяч. Если вы под 5 стаками ловите глыбу, это 30 тысяч, это ваншот. Хилы не захилят эту хуйню. Это надо, блядь, либо тучку, либо каплю, либо зубы давать, любую хуйню какую-то. В чем смысл? В том, что вы пропустили метку, которая стояла в кружке. Если вы думаете, что можно через одну играть, вы так ни в гере не убьете, и в обычке тем более вы не убьете, если вы не будете скидывать. Хотите, не скидывайте дальше. Давай так же еще раз попробуем. Нахуй, блядь, эту еблю. Давай просто каждый выносить, да еще в центр. Ну, я объясняю не про то, что в центр, не в центр, я говорю про то, что за ней надо скинуть. Хоть ты ее в жопу поставь, хоть в Долоран нахуй, ты обязан за ней скинуть. Не хочешь скидывать, все, ты будешь лутать 30 тысяч дамага, не 15 тысяч, 30 тысяч. И это надо сейвить. Если вы об этом не знаете, что такой дамаг вам прилетит, то, блядь, ставьте в одну нахуй, точку. Так что давайте думайте. Ну, окей, хорошо. Тогда первую склеп сразу не сбиваем, я буду командовать, когда убивать склеп. Я просто не ожидал такого. Ну, это вайп только из-за этого. Ты, естественно, не скинул стаки, все, получил. Ну, даже хуй с ним, вот даже хуй с ним с меткой. Посчитай просто такой урон. 4500 каждые 3 секунды бьет ледяная аура. Умножь на 2. Под 5 стаками уже по 9000 будет лутать рейд. Кто это захилит? 2 приста 230-х. Могли бы еще поднять чуть-чуть и щитануть, было бы нормально. Просто не доиграли. Как хилы не доиграли, так и маг, походу, чуть-чуть тоже не доиграли. ДПС-а дохуища, я не понимаю, зачем вы вообще не скидываете? Как, что в голове должно быть, чтобы вы не скинули? Вам, ну, вы тактику не считали ни разу? Вы думаете, ну, я не знаю, это какой овергир должен быть, как надо хилить? Ну, хилы слабые для этой тактики. Вот так и нет, все. Просто не были готовы, и у нас 5 хилов, по-моему, было. Или 4 хила в сопротивленке. В общем, это тогда, слышали, да? То есть, кто не умеет, кто не может, то строго по тактике. Строго скидываем склепы, ой, скидываем дебафчики. Яну он что, разбили? Вы разбиваете. До этого мы подбиваем, но не этого. Сейчас я скажу. Но не это, не убиваем склеп. Итак, первая печенька, вторая звездочка, и вот так поехали. Печенька, звездочка, туда-сюда. А для чего в печеньку несем склеп? Чтобы был этот простор для РДД. Так они не могут бить, они пойдут скидывать стаки за печенькой, и они из-за склепа не смогут бить синдром. О! Это лишнее действие, если мы все стаки скидываем. Склеп, ну, в печеньку ставится, если мы пропускаем одну глыбу. Ну, давай, значит, это ставится для тех, кто умеет играть, наверное, и, наверное, кто может... Ну, это как, понимаешь, у тебя РДД будут бегать туда-сюда, а не бить. Пусть в перефазах бегают между глыбами. Либо, ну, я поставлю в печеньку, они тоже бить не будут, они будут стоять, скидывать стаки и ждать. Потом они будут разбивать склеп и дамажить на босс. А так, если мы выносим в печенюшку, типа, кто не умеет, идет скидывать стаки, перебегает. Они в любом случае теряют ДПС, как из первой тактики. А те, кто умеет, те, кто может, у тех, у кого руки не из жопы, они дамажат по боссу, контролируя свои стаки и прочую хрень. Как будто это что-то изменит, блядь, если мы на одну минуту будем дольше бить. Ну... Ребята, давайте не противоречить, просто ладно, сделаем, давайте, как Релл сказал. Погоди, есть Релл, он диктует тактику, просто следуйте, ради бога. Типа, это не я придумал эту тактику, не я ее, типа, воспроизвел. Но эту тактику придумали, это через одну глыбу скидывают стаки, для этого ее и придумали. Бля. Поехали, медведь. Ну вот, типа, не я ее придумал, типа, и она уже миллион раз обкатанная, рабочая, поэтому нужно учиться делать вот так. Ну, по ней, да, действительно думать больше надо, чем по той, как, где в одну ставишь. Если вагонь, ну, типа, вот это одноглыбное, да, типа, это, ну, это освоение, можно сказать, это тяжело, не знаю, кому.
Я еще раз говорю, я буду командовать, как флот. Сказать, скинули стаки, мы разобьем склеп. Типа, чтобы все четенько было. Я буду смотреть, что при ДД каждый РД, ну не каждый, но те, кто успеет, добегут, скинут и так далее. Воу-воу-воу, история, ты там аккуратнее, пожалуйста. Нужен был напульчик от тебя. Вот, вот вас... Нет, быстро согрели, я ничего не понял. 7 напулов в рейде, вы хоть напуливаете на него? Это, Зимандис, подними, пожалуйста, история. И вы это, первые напульчики всегда в танках, а остальное потом пофиг. Типа Мишка потом и так хорошо держал сам. Сейчас все на верхушку. И вниз. Поделились. Ладно, вперед, увидите крестик кто-нибудь. Кто-нибудь вперед. Хорошо. Блин, ну насчет бить дольше, по сути, это тоже верно. Типа, мы же никуда не торопимся. Но это как-то, не знаю почему, как-то анскильно, что ли. Типа... Нам за это деньги не платят, мы просто сидим и играем, боже. Какая разница? Да, ну я на зарплате вообще. Я понимаю, ну типа, если мы там гонимся, блядь, за топ-1, блядь. Так, может, мы станем топ-1 своим и пойдем рвать. Отличает нас от там эксальтеры, не эксальтеры, типа знания просто тактики, умение играть там и все. Просто передвижение, больше ничем не отличаемся. Такие же бомжи, как и мы, типа. Нам научиться играть так же, типа, как нихер делать. Просто вот эта тактика, она еще тем плоха. Босс вообще перестает биться, ну прям совсем. То есть склепы очень часто, пока вы сбросите стаки, пока разобьется склеп, пока, ну, типа, потом уже почти сразу после, ну, сброса стаков и разбивания склепа, вот даже если зазор хорошо вот этот оставлять на разбивание склепа, очень мало времени бить босса, дымаг по боссу просто остановится почти что. Такое себе. Это, Делейд, скинь агросовую, хватит триггерить меня. Поэтому, наверное, когда второй склеп, то есть звездочку пойдет. Да, сейчас он скинет. Это. Склеп пойдет, нам нужна будет сокра, наверное, от паладина. Можно даже без полтишка просто сокру, прям чистенькую сокру. Там склеп и нечто упадет до глыбы аккуратненько. Все равно, ломай. Заебись. Четенько. Это, не миллиметражируйте, парни. Хэми, это был бы все, мы бы пошли заново сейчас. Блять, там склеп слева, глыба стоит РДД, надо бы добить ее перед ней, как босса ковырять. Это, на пулы дайте в медведя, там что-то такое агро хлипкое. Мы этот момент упустим и умрем, как бомжи от дыхания. Поэтому дай скиньте по напульчику каждый. И на второй фазе внимательно за стаками, типа... Беги, малышка, беги! Чего стоите, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Чуть-чуть вправо ее поверни, ты кривовато держишь, ровно, ровно надо к нам стеной. Поверни вправо, босса, еще поворачивай. Ну, сойдет. Плюсами. Ой, криво так перевели. Ну ничего, бывает. Может, не дотикает даже. И еще не перевели. Ну да. Главное, чтоб не дотикало. Не миллиметр, не микрите. Второй болт всего. Третий. Разбили?
Левый склеп стоит еще. Левый склеп. Хорошо. Все, вот час перевели. Еще нет. Ну, у меня процентики уже перескочили. Да и если я чуть раньше за анонсом, ничего плохого не будет, да? Ты меня будешь поправлять по всем теперь? Не, я тебе вообще говорю. Печеньки, отойди, пожалуйста. Ты вообще после рейда, после пола мне расскажешь тактику, объяснишь. Кому надо, скидываем, стоим. Кому не надо, все, разбили склеп. Так, и скинулись. Все, давай сокру, протопал. Отошли все от звездочки. Милики, вы либо вжимаетесь в босса, либо заранее отошли. Все, подошли к склепу. Встали, точнее, ровно за склеп. Стоим, стоп, по боссу склепу стопните, урон. Роб, стопните. О, сейчас притяжка будет. Отошли от склепа, шаг назад сделали от склепа. В печеньку выбегай, нет. Слева, топа, слева, в печеньку. Топа, в печеньку вбегай. В печеньку, топа. Ёб твою мать. Разбили центральный, все склеп разбили, все в склепы сыграли, все. Геру дай шмат. Центральный склеп разбили сначала первого. Все хорошо. И играем. Забрал Мишку. Бурябай, давай звездочку выбегай. Выбегай звездочку. Хорошо. От звездочки отошли, все, никто не замерзает с Бурябаем. Боже, что вы за инвалиды, парни? Ну, чуть-чуть отступить надо. У вас расстояние там 500 миллиардов метров вообще. Полидринка надо поднять. Разбили. Взятый печенюшку. Все. Кто дымажит, тот дымажит. К печеньке никто не подходит, ладно. Да ты что ты, сука? Еб твою мать, кто там замерз? Понял. Холи, подними. Ой, подними, говорю. Забери босса. Войд, подними этого центра. Поставь на место его. Просто это вынеси в сторону. Да не, это все, это что-то мне не нравится. А, нет, давай, доиграем до конца. Метки справа разбили, РДДшки. Справа разбили. Войд, поднимешь центр? Ясненько. Синдра валяет. Центр, а че ты, как ты сдох-то там? Че у тебя с тобой случилось? Потому что он не скинул стаки и прибежал, меня сменил. Центр, да это косяк, блин. Ложь, что ли? Давай посмотрим смерть-то. Не хилили, да? Так. Или не прохилили. Не прохилили. У него вообще входящий по нему прям маленький. Ясно. Понял я. Тела спекнуть? Ох ты ж. Шо им села? На бомжарском слове. Бичугана. Да не, чай на хила зайду, я все равно не дымажу. А что за хил у тебя? Да, у меня бомжарский приз. Так, чисто. Для поддержки штанов. Сейчас. Какой у тебя приз? Просто буря пошла, буря закинула в склеп. Что типа по танку это, стопорнулся, прохил вообще. Это косяк. Я по Кайрелю, я все равно все стаки там, все просираю, я поэтому посижу на своем биче. Он у тебя в гильдии, не в гильдии? Нет, я еще не успел вступить. Рыбу поставим. Сейчас я отпишу. В чат РД куда-нибудь. Ага. Че, хила что ли не хватает? Пока. Ну сейчас не хватило Мишки хила. Я это. Давай я в хила отпекнусь. Не надо. Плюсанул в чат РД, десалют, прист. Все равно типа это там ну да, там глыб много было, просто хил типа, наверное не мог хилить, надо было в сторонку отойти, там еще что-нибудь дым. Дайте ребаф по пристам пару и лапку еще раз. Рыба он стоит и еще раз это люди выходят в печеньку звездочку, вы дистанцию держите, дистанцию. О, вот, да, спасибо, обязательно
это типа у нас сколько? Миллион для этого лишние глыб разбили. Абсолютно миллион. Чуха. Все? А, взятый. О, лока ждем. Какая-то, наверное. Взятый, пойдем драться. В гере убийство зависит только от того, когда люди сами видят, что они скинули стак и уже начинают бить. Здесь, ну, да, здесь, там, здесь то же самое. Невозможно заанонсить вообще всех, это же кошмар. Ну да. Взятый, пойдем драться, мы тебя ждем, пойдем. Что ты? А, все, пришел. Святос, Варахиель. Варахиель. Все, пуляй, Мишка. Я-то на пулы в Мишку дайте, парни. Прям на пул. Наверное, даже два. Два подряд на пульчика надо прям в медведя дать. Хорошо. Встань в треугольничек, чтобы ровненько перенять. Ну или в этот треугольничек. Варахиель. Ну, холи палт, короче. На второй фазе, да, вообще в идеале. Ну, в хэме точно, если на вас вешается освобожденка, то вы вообще АФК стоите. Ну, то есть вообще ни хрена не делаете, ни одного стака. Типа, кому в обычке сложно. Хотя, конечно, блин, в обычке да насрать, по идее. Но в обычке тоже, короче, не больше 2-3 стаков. О, прикольно. Неплохо. Почти улетели в Долоран. Пустились? Вперед просто, ага, вперед. Вон. Мог, почти до совы добежал. Обнять его. Третья получается. О, по левой что-то до херна ты там додамажил, варчик, конечно. Выбегай. Звездопадом убило. Кенра, выбегай. Ну там и ванна ковырял. Все, разбили. А, или кто там? Ну, кто-то стоял с дурачом, может, Святос. Я не видел их вообще. В общем, не делайте так, парни. Чревато. Ну, а тут я хоть полезен, хоть освобожден кого-то. Отступи, Мишка, отступи. Воу-воу, парни, вы там давайте полегче. Не ловите глыбок. Ну что ж ты будешь делать? О, по печеньке уже хватит. Разбили? Разбили, разбили. Слева там еще осталось. One.
Беги, малышка, беги! Перевели? Да. Печенюшку, первая метка. Вольт. Прятались, скинули, кому надо. Не разбили. Забрал мешок. Все, хорошо, скидываем. Встали ровно за склепом. Склеп не разбиваем. По склепу стопнули, ой. О, вообще стопнули по склепу, ждем притяжку. Отошли от склепа. Склеп не спасает от притяжки. Отошли, отошли. Топ, шаг назад. Разбили. Диего в печенюху. Мишка, 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 не проходи там. По этому склепу, по черепку сыграли всех. Череп разбили, Геру дали. Череп первый разбили, и второй склеп следом. Мишка, не делай так, смотри, обходи стороной. Топа в звездочку. От Бурибая, от печенюшки отошли. Мишка ушел. Мишка, стой, Мишка, блядь. Все, хорошо. Все нормально. Это, Мишка, подними взятого, пока стоишь, так и скидываешь. Хэллоу в центр. Надо прям Хэллоу сейчас прохилить, он не должен сдохнуть. Все, встали за Хэллоу, ждем. Ждем. Че? А, понял. Это, отошли, отошли. Шаг назад сделай. Шаг назад от склеп. Шаг назад от склеп. Разбили склеп. Склеп разбили. Синтека прохили. Синтека, ты, ёб твою мать. Это, Холли, разверни. Давай, да. Пиздец. Понимаю. Вот это скиллуха. Сейчас обойдём. А чё, чё, почему медведь-то не хилится? Просто... просто эпик вообще. Типа, когда метка выносится, ну, в центр, допустим, да? Да ты при чем тут спекнуться? У нас хила не хватает вообще. Мы по хилу проседаем. Ну, смотри, Варахель сдох. Вот. Буряу где-то, наверное, не могла захилить. И по синтеку, наверное, не было от хила. Ну, я как-то уже рассказывал, но, наверное, тоже всем похуй, да? Вы, наверное, думаете, если хипал есть в рейде, а тем более два, нахуй надо вообще что-то в сторону танка нажимать. Правильно? Вы же так думаете? 5-6 хилов. Я к вам обращаюсь. А, хил должен хилить всех, по сути, любой. Ну, я еще могу добавить такую хуйню. На синтре, если у вас танк падает, то это вайп. Да и вообще, нет, почти на всех боссах. Танка нельзя уронить ни в коем случае. Сначала танк, потом все остальные. Так что, блядь, надо что-то менять. Как-то надо по-другому вам играть. В общем, что хотел сказать, это когда вы, ну, прячемся за склепом, ну, то есть стоим за центральным, может, у вас не получается этот, вы отойдите от склепа шаг, ну, стоит, то есть стоите ровно перпендикулярно, ну, как перпендикулярно, по линии вот этой полосочки, то есть синдра, склеп, вы. Только шаг назад. Право-влево. Не, право-лево не надо. Шаг назад сдайте, чтобы открылся коридор, ну, типа, просвет до танка, чтобы вы могли хилить. Потому что стоя за склепом, ну, типа, это как объект, вы не можете за ним хилить. Может, надо в эту сторону отходить. Назад сдаешь, все равно не видно. В смысле, не, ты больше назад сдай, у тебя 40 метров хил. Ты отойди еще дальше. Если ты отойдешь в сторону, ты пролетишь мимо склепа, притянешься к синдре и сдохнешь. Поэтому. Это все, конечно, заебись, но я что-то решение проблемы не увидел. Что будем делать? Как танков не уронить? Давайте подумаем. 6 хилов, давайте подумаем. Ну, это тут даже не знаю, никак, наверное. Ладно, наверное, надо рассказать, спекнуть. Да. Спекнуть 7-го, зайти на хэпала. Это жестко будет вообще. Ну, давайте, без шуток, как бы, я понимаю, вам весело, но...
почему я так бью? Реально, научи, пожалуйста, хилить меня, а то я не умею. Можешь мне объяснить, как хилить? Это кто спрашивает? Это Гримзол спрашивает. Можешь объяснить? Ну, давай смотри. Ну, вот смотри, я смотрю на Синтека, да, открываю в рекаунте полученное исцеление. Вот, там я вижу 2 хипала в первой строчке, на третьей строчке я вижу на О, ну короче, пристан на О, я вижу у него в исцелении обновление, молитва восстановления, ускоренное обновление, круг исцеления, это понятно, это холик. На четвертом месте я вижу тебя. У тебя цепное исцеление, жизнь земли, пробуждение древних. Жизнь земли это что, это щиток? Это тигрей, вставай. Даже щитка нету. Так, ну как хилить-то? Че, надо нажимать какую кнопку? Ну, волна исцеления называется. Волна исцеления. Только ее надо нажимать или что-то еще? Нет. Ну вот смотри, у тебя синтекс сменил. А какая? Подожди, у меня 2 волны исцеления. Есть волна. Малая. Вот не малая, а которая волна исцеления. Я же и говорю, как она называется. А, ну хорошо, буду ее нажимать. Вот, с шаманом разобрались. Присты ДЦшника 2. Исповедь. Где ваша? Холи прист. Дух кидаешь. Помимо этой хуни ПКД. Ну и все. Там даже волны бы от шамана хватило. 30 тысяч, 20 тысяч. Что там? Тыкайте давайте. Рыбу. Так, не, типа, Пошло. Без претензий, но этот вайп только из-за того, что 4 хила хуй забили на танков. 5 хилов. Ну, хэпал один сдох, один хэпал как-то не мог, спишем на то, что там заглыбы, стаки скидывал, не доставал там. А 4 хила просто, ну, я просто смотрю, чем они хилят, я же не просто так. А частица света тоже упала, не достает, или как это работает? Ну, например, если он будет за глыбой находиться, то есть перекрывает глыба танка обзор, то он не будет прохиливать частицы танка. Ну, ладно. Ну, то есть тут тоже... А почему? Частица же работает сквозь предмет? Нет, конечно. Через глыбу не работает. Говно какое-то, а не скилл. Ты потом меня спрашивают, нахуй ты по такой тактике бьешь, блядь. А я бью, чтобы убить с первого раза за 10 минут, а не час тут сидеть. Да? Типа что, склеп в центр, что ли? Мишка, пуля? Да, да. Потому что стоя в луне, они будут доставать танка хилить, им не надо будет бегать конкретно хапалом. Так, у меня еще вопрос, а мне рейд-то помимо танка надо хилить? Или только танк? Ну когда танки не меняются, не пару волн дал, и дальше цепуху даешь. Ну я тоже, Грим, на пульте в мишку. Этот. Я надеюсь, ты это... Ты шутишь, Гримзол. Просто этот момент такой, типа, ну... Да не, когда 2 хули пала в рейде, что-то спрашивать про хила, про танки... Ну я ж тебе объяснил, помогает. Один лежал, один заслакал, все. Ну, 2 хп приста еще. Это да. Там оба бомжи на нас вообще не ориентируются. Беги, малышка, беги! А, потом попиздим про Синдру, если вам интересно, конечно. Просто, типа, ты выносишь... метку звездочку, типа урон же стопается, и ну, такой как коряво как-то все. И что? Ну, хз. Урона достаточно, чтобы стопать. Да. Ну, ну если бы у всех по 5000 было. Куда мы давай. Как бы ее убили? Ну, давайте все склепы тогда в звездочку. И это по центру стопните, сейчас разобьете раньше времени. По левой лучше сыграйте. Разбили? Все разбили. По левой навалитесь, там она почти половинка у нее. Тогда давай не будем спешить. Все склепы в центр, правда. Если не получается так. Вы чувствуете, как
А вот его надо было прохилить. Ага, гримтоксик, я тебя замутаю. Чел, завязывай. Наверное, это пропинговался. Волшебник. Не знаю, типа либо на склепе стоял ножками своими, либо еще что. Рисать будем? Да, конечно, конечно. Что, поднимай, наверное, тогда ты. Поднимем его. Дайте каску, по-моему. А пульки, пожалуйста. Лапенку там, еще что-нибудь. Да, и это, надо по мишке напулить. Срываете. Ярик дал фалю. По напульчику. Левый надо стопнуть. Что-то до хера вы там закидали. Разбили. Не, вынесли, вынесли. Сейчас же все в меточке, в звездочку вот. Все склепы. Я убил. Да, как забрал. О, спрятались. Спрятались за склепом. По склепу стопните. Стопните, сейчас будет притяжка. Стопните, стопните по склепу. Или все живем. Разбили. Мы же тактику поменяли, парни, я забыл. Все склепы в звездочку, поэтому со звездочкой никто рядом не стоит. Ну, я вынес в левую сторону, потому что... Ну да, я видел, нет, конечно, скопление людей хорошо среагировал. Так бы мы сейчас легли, блин. Поэтому все четенько было. Геру, может? Да, давай, давай. Только это, за стаками все равно следите, с ума не сходить. И от звездочки надо отходить там. Слева разбейте танк. Улыбки. Мак, что делаешь, шажок вперед? Мишка, ушел. Ну, Мишка, ну ты что, ну сейчас же одна метка всего, куда ты? Вот этот левый разбейте. Буребай звездочку, все за склеп встали, по склепу сейчас никто не дамажит, будет притяжка. Стоим, ждем притяжку, кидываем станки. Разбили. Пойми звездочку, туда же вставай. Отошли от звездочки, отошли, отошли. Мишка, уходи. О, четко. По склепам долбанули все. Вынеси в сторонку сейчас. Все. По боссу дальше играем. Эту склеп можно не разбивать. Следующий, в звездочку также. В архере, в звездочку. Пристыги немножко на хп дайте.
Кто мне школу? Зевандис тоже звезды. Последний склеп, наверное. Не, не последний. Парвахель, это, Парвахелю залей. Стойте, по склепу стопнули, Парвахелю залей, и на Войд по буре. А, Войд уже закинул. Зевандис по буре закинул. Сейчас следующий склеп просто в сторону вынеси, Варчик. Просто куда-нибудь в сторону. Забрал мне. Босса добивайте. Да, Мишка, ты опять через склеп. Ладно, сойдет. Ресники. Типа, так как возможно. 100% для обычки, но в Хейме вряд ли мы успеем убить. Вот такой. Да хоть по такой, можно. Главное скидывать за каждой глыбой. Нет, я про то, что вот сейчас видишь, у нас сколько? 4 склепа, и у босса где-то там эта Валька летит. Давайте Вальку не убивайте. 4 склепа. За 4 склепа босса отняли пол ляма. Типа это очень долго. Просто надо чуть-чуть народу привыкнуть вот к этой фигне. Чуть-чуть получше хилов и... Ну, не чуть-чуть получше хилов. Народу просто привыкнуть и лутать меньше урона на последней фазе. Рейд меньше лутает урона, хилы меньше отвлекаются на рейд, типа, больше концентрируются на танке и так далее. Короче, ну, живу ребята, здесь, закинул, там призон тоже нажимал, не знаю, если надо призону, живу здесь, там ему напиши. И еще момент, да, вот это минус этой тактики. Милики на этой тактике стоят АФК весь бой. Ну, в смысле, всю последнюю фазу милики просто... Я играл по обеим тактикам, и АФК не стоял. И бил босса, и склеп. Там ужаться можно. Ну, окей. Там с этим проблем нет. Просто ключевые какие-то моменты не понимаю. Вот те же склепы, да, когда 7 склепов замораживается. Нам оно надо бить склепы. В Гере это вообще залупа будет. Огромная потеря. Это у нас просто здесь овергир, блядь. Поэтому нам похуй, как бы. Они это... замерзли как раз таки, потому что типа они не успевают разбить центральный склеп. И туда выносится еще один склеп, и все. Короче. Какой там ДД добивают? Короче, это все отмазки. Ну, как отмазки? Я тебе говорю, типа... по обеим тактикам играл, нет никаких проблем. Просто вы на каком-то нахуевом настроении вместо нормальной игры какую-то хуйню сейчас исполняли целый час. Вместо того, чтобы с первого раза убить. А, что, мы ждем кого-то? А, тебя ждем. Этот. Просто каждый милик, думаешь, сможет оббежать склеп, сможет контролировать таймер. И если он не сможет, ему в гере делать нечего. Вот и все. Так ему даже в обычке делать нечего. Ну вон, у тебя 7 склепов только что хлопнулось. Вот минус 7 человек из Геры. Именно для этого и придумано можно... вот эта херня. Мы идем с овер ДПСом. И если ты смотрел таймер Берсерка, то вот эта текущая тактика не подходит. Сколько есть... там, кстати, до Берсе осталось? Но... Меньше минуты. Сколько-то секунд, я смотрю. Ну, короче. Вот поэтому это как бы мы в овергире, блядь, 260. Но вот, давай еще раз по-другому вопрос поставим. Что лучше, прийти и вайпаться полтора часа или прийти и за 10 минут убить? Как ты думаешь? Вот просто. Или у нас время дохуя бесконечное у всех? Как вы думаете? Запускай. Есть два стула. Первый это вполне адекватная тактика на прохождение в любом гире. Второй вариант это крайне замутанная тактика, но для овергира. Ну, ладно, не для овергира, у нас просто замерзали очень многие. Но, типа, куча путаницы. Зачем? Ну, мы не сыграны еще пока люди в рейде. То есть 10 одних ради 10 других. Поэтому тактика, видишь, которая требует больше думать мозгами, блядь, она не подошла. Смотри, я просто маленький пример тебе дам. Типа, я бил по тактике Спока, я в топ-10.
я бью по этой текущей тактике, я топ-17. Нет, тут дело не в том, что прийти и не повайпаться. Лучше просрать время, выучить хорошую рабочую тактику, а не... Ну, это типа вот эта тактика, где склеп в одну по центру, она легче, согласен, она убивается с первого пула. А в хэме это что будем делать? Поэтому, типа, сразу и в обычке отрабатываются хэмовские тактики. Я в хэме убивал, еще раз говорю, по обоим тактикам. И по той, и по другой. Проблем нету ни в одной тактике. Все зависит от исполнения. Ну, нет, от исполнения всегда все зависит, но проще намного... Ну, я хер знает, короче. Да это забей, уже 25 оп на оверкире. Просто диспельки чему по рейду там как придется и все. Это, Мишка, ты... А, ты вдалеке стоишь. Ну все, давай, давай, так, хорошо. Забери шаркаря, Мишка. Мишка, шаркарь. Мишка. Чаржи с него, там он промазал еще что-то, чаржи. Убьет милликов нахер, да и вообще всех положит. А вообще, сейчас какая-то херня творится. Холли, засунь, пожалуйста, это лича в шаркаря вон того на краю карты. И это, вся пачка милликов, трэша. Подойдите просто за спину к шаркарю и к личу. Нет, тащи сюда прям, вон, вон прям в шаркаря ставь его и все. Иди прям сюда. И все, все подойдите, чтобы чему не выносить, не бегать с ним туда-сюда. В одну точку встали, поэтовались, подиспелились, да никуда не бегаем. Ну, Мишка, оттаскивай их от нас. Оттаскивай. Подойдите к трэшу. Если вы будете бесконечно диспелить, она не исчезнет. Она будет бесконечно перекинуться. С чумой сюда. Сюда все встаньте быстрее к шаркарям. Взятый. Стой, погоди, Барахель. Телара. Да стойте, стойте, диспелить. Нахуй так диспелите? А вынесли, хорошо. Ну вообще это баг, типа, она должна соскакивать. Ну здесь так сделали, это не баг, так сделали. Мишка, стой, блядь. Стой, блядь, говорю, Мишка. А чё вы его не диспелите, блядь? Вы то диспелите, то не диспелите, вы хуйню какую-то поднимаю. Делаете. Понимаю, ой, подними его, пожалуйста. Пиздец, нахуй. Я кнопочкой миссанул. Овергир мозгет шип или чё, блядь? Наверное. Пока орал, надо ребаб кинуть по медведю. Там пал держит, Мишка, тогда босса поймаешь. Пал в сторонку. Все, зашли сверху, подбили. И под босса все, под босса. Тащи, тащи, тащи. Он дунул только что. Тащи под босса, тащи, дунул уже. Все, уже поздно. Под босса все встали. Под босса. И все, Геру дали и поехали. По валькам там, по всей этой. По валькам играем, оковки там, туды-сюды. Лича параллельно валькам. Пойдем, пойдем. Стой на месте. Осквернение разнесли. Осквернение разнесли. На ход валик, только не бегите. Вальку разбили. Разверни лича. Ага. Ну, сойдет. Ну, в идеале, ну, опять же, к хэму, да, прибегнем. Типа, чтобы лич смотрел в осквернение, и все стояли строго в одной цели. Поэтому, чтобы вальки летели в одну сторону. Сейчас осквернение. Как вальки появятся, надо будет развести осквернение. Все, разбежать. Рано разбегается. Рано. Все, по валькам сыграли. По валькам. Вот черепок надо слить. Или что, черепок продадим. И лича, лича, к вальке, тащи, тащи к вальке, лича. Ой, к вальке, говорю. Чтобы тоже он урон получал, кливался там туда-сюда. Вы же все равно ничего не делаете, танки. Осквернение разнесли.
И обратно под босса сразу. Бегом, бегом, все под босса. Пальки под. Мишка, только что же произнес это. Лича всегда лицом в последнюю лужу. Прям нон-стопом. Куда-куда смотрит Лич, Валька не полетит, осквернение разнесли. Все, Лича в центр и мордой вон в ту лужу. А мы все под плащиком. Не-не, в смысле, ты просто поворачиваешь, не надо прям в лужу. Да вытыкать. Я понял. Меня сорвал кто-то. Нет, я это медведю говорю. Он сорвал. Ждем валик. Стоим, ждем валик. И это, все на край тащи, куда валики полетели. Все. На край. Быстрее, все на край убежали. Все на край. Валик не надо бить, на край бежим. На край. Все на край уж дух. Прям с вальками. Неси и полечу играю. Полечу играю. Дашь с Акроном, да, где-то сейчас, наверное. На краешек все подошли. Что-то рано, наверное, я сокру попросил. Чуть-чуть. Это мою маму могут сдать вообще. Что твоя мама? Че? Эма могут сдать, мастер аур. А, я слышал, моя мама, я думаю, че? Это сверки? Ага, хорошо. Аккуратненько, парни, аккуратненько в гневных. Давайте на пульчики нам туда-сюда. Если кто сорвет, ну, милите вдруг, да, кто сорвал, разворачивайте гневного от рейда. Вы в соляного сдохнете, ничего страшного. Он дунет в рейд, мы тут ляжем все. По мане там что-то подмутите. Сверки, с сверкой мы ДД сыграть, и все, заходим на краешек, аккуратненько, сверки убили, под морду гневного никто не лезет, все в гневного сыграли, все в гневного, все накидали в спину гневного. Воу-воу, поймай. Мишка, сюда тащи, Лича, на краешек, куда ты попер, вот еще в десятке никогда в жизни не был. Ёб твою мать, что за херня. Ладно, я славлю первых духов. К лестнице побежали. Не славлю. К лестнице побежали, осквернение разлили. К лестнице сюда, тащи. Осквернение только разлейте перед тем, как добегать. Все, разлили. Давай, ближе к лестнице. Разворачивай Лича в сторону духов. Все за спину. Все остальные за спину. И ловят. Это было охренительно криво. Все, стоим. Отца. Следующих. На другую сторону. Могу словить. Давай, на другую сторону пойдем, Мишка. Осквернение по дороге разлили через 3 секунды на другую сторону. Мишка, спиной ты нахера поворачиваешься к боссу, он тебя ёбнет, и ты сдохнешь. Жирный ты кусочек. Оледрин, плавлю духов. Лови в голове. Поворачивай, Лича, поворачивай. То есть, в чем состоит эта задумка, да? Типа, пал ловит часть духов, да? Он одного, двух, трех духов пропускает сюда. Ну, типа, в обычке насрать, конечно. А в Герри это прям критично. Ну, типа, мало ли сдохнет. И вот этих одних двух духов, которые проскочили к нам, просочились, уже убиваешь ты здесь. А. Так, я там вылетел, это. Войд ПРЛ, пожалуйста, я в комнате пропусуюсь. Чё добивать и чё? Ну, просто там осквернение, там тудым-сюдым. Не сдохните, пожалуйста. На выигранном бою. Просто стоим, добиваем. Че, в резке мы тоже будем делиться на два мира, что ли? Хочешь научить людей зергать, как на Синдре? Конечно, потому что
сейчас открылась РСК ХМ, и если мы будем в РСК ХМ делиться на два мира, то мы не скоро закроем. А если зерги, а ты не в курсе смены материальности там также 15 секунд? Чё? Смена материальности на X2, когда я играл, было 5 секунд в Гере. Сейчас как там смена материальности? Немного не понимаю, но, короче, там это все работает. Материальность там вот такая есть. 50%, 100%, знаешь, да, 60%, 40%. Вот она... Раз в сколько она тикает, что ли? Она меняется каждый интервал времени. Вот на стандарте, да, на стандарте это 15 секунд. Сейчас в обычке 15 секунд. Вот, когда я играл на X2, было 5 секунд. Там с 5 секундами ты не зерганешь. В смысле, не зерганешь? Ты че? Либо на X2, я не знаю, короче. Ты X2 с Т5 и 40 тысячами ДПС, и здесь не сравнивай. Тут-то ты не зерганешь. Давай посмотрим, как оно будет. Надо посмотреть, сколько секунд дается на смену материальности, и тогда от этого отталкиваться. Потому мы что... Мы сейчас идем в обычку же, так что там в любом случае можно зергануть. Типа это... Нет, без проблем. Посмотрим. А вы же ходили, вы не помните, да, наверное, ладно. Сейчас чекнем. Тактика зерга, она крутая. Но если, типа, в Гере будет также 15 секунд, можно ее пробовать. Но если они 5 секунд сделают, как на X2, то хуй убьешь. Вряд ли что-то отличается. Там каждая секунда дорога, блять, при этой тактике. Что-то как говно падает, блять, посохи типа КД.